Антон, руку видно. Антон, руку видно. Антон, нормально, руку нормально. Видно. Он не знает, где мы, Данил. Он не если знает, если он сейчас спустится, это же жопа будет, Антон. Хватит радоваться синеве за 5 рублей и верить пустым словам. У тебя есть выбор. Давно пора напомнить всем, что такое качество и честность. Мы предлагаем прозрачную ленту, розыгрыши призов и инвентарь ботов с крутыми пушками на 600 тысяч рублей. JustCase.net. А ты уже окупился? Для любителей CSGO ссылка с бонусом в описании. Дамы и господа, добрый вечер, с вами Квантум, с вами Михакер, и с нами сегодня Кратос Плей, и это зомби-режим в CSGO. Hey, привет, ребятки! Оу, yeah, да, ребятки, всем привет! Я сегодня маньячок, я любите. Вас захреначу. 10 секунд до старта маньячка. 5, 4. Он скоро выходит, Антон, ты спрятался хотя бы или нет? Нихера я не спрятался, а ты 100% спрятался. Нифига не спрятался, рыскаю, что-то не могу найти ничего. Антон, я спрятался. Кто тут? Да, детка, иди в главный дом. Ты кого-то слышишь? Антон, ты случаем не в параше? Туда что, залезть можно? Можно. Нет, Антон, не в параше, ладно. Где ты? Быстрее поднимайся ко мне, назад. Быстрее, поднимайся, налево. Налево, закрывай налево. Заходи, пусти! Налево, направо, на... Куда ты лезешь сюда, дубина? Заходи, не бойся. Ой, козложу. Он пришел. Ты что, видишь меня? Ой, твою мать. Сюда зайди. Сюда быстрее зайди. А, я думал... Ты открой! Миша, что ты в стену тыркаешься? Сваливай, Антон, сваливай, уходим. Я думал, сейчас сюда зайдет. Ты дурак. Понял. Ты еще раз это сделаешь, тебе лапу отрежу прямо здесь, ты понял? Видишь, что он делает? Антон, мы не успеем свалить никуда. Антон, руку видно. Антон, руку видно. Он не знает, где мы, Данил. Если он сейчас спустится, это же жопа будет, Антон. Я не понял, вы откуда... Ай-яй. Убей его первым! Убей его первым! Бентон, он виноват! Так, а что ты, Антон, куда ты пошел? Что ты? Договоримся. Его, а зачем договоримся? Ты у меня есть тебе деловое Данил. Предложение. Сука, Данил! О, костерок. Хочешь больше угара, не забудь подписаться на мой канал и включить оповещение, чтобы не пропустить новые угарные видео. Guys, are you ready? 9 seconds remaining. Я выхожу на охоту, просто. Мудилы. Миша, зря ты повелся на его Давай. Провокации. Миша, кто-то, в прошлый раз я сдох выжили, из-за Антона. Нет. Ты понимаешь, я сдох из-за Антона в прошлый раз? Если да, что, кот... конечно, из-за меня. Ты спалил меня. Если что, кот курица, Антон. Кот петушок. Так, вы что, в параше, да, сидите? Вас здесь нету, окей. В толчке вас нету. Бодрящий запах колхозного туалета. Не бегай, Антон, не шуми. Да я ищу, может, тут что-то... Так, в раю, my friend, wakey. Ты чё? Где ты вы чё? Есть? Миша, был кот-курица, если что. Это мудила на шифте ходила. Миша, быстрее! Чё происходит? Где вы Нырнул. Есть? Я сделал, я выполнил свою миссию. Я на кухне, Антон, и что дальше? Не, Миш, сиди, не выходи. Видишь, ему... гробик? Да, ничего. Есть такое, да. Дурацко, как тут закрепиться? Я на кухне, что, вы меня видите вот сейчас на кухне или нет? Да. Ты граффити видишь? Ну, я вижу граффити, что дальше? Миша! Твою Миша! Мать, сюда валим, идите! Валим! Миш, ты мудак! Миш, козлы ты чё, мудак, такие! Вот ты он первый, вот второй! Между ними промежуток небольшой. Иди Миша, туда. Дверь! Открыл. Закрыл. Да, открыл. Миша, быстрее, паркур! Паркур! А, ты паркур! Че его с собой-то привел? А бля... Че, паркур! Паркур, мой сладкий, паркур! Сучка! Нихера ты за собой-то его привел! Миша, да тебе нет. Есть что сказать напоследок? В смысле напоследок? Ты че меня пугаешь? Давай Потому что наш маньячок выходит через 40 секунд. Иди сюда. Окей. Тихонечко. Тихонечко, вот так вот. Бдыщ. Заходи. Данил, снись немножко, Данил. Блядь, да что за хуйня? Ты дубина, что ли, Миша? Ну Все. Ты понимаешь, мы сдохнем из-за тебя. Ты Миша. Что сделал? Пурум.
Откуда Миша, это не все. Пурум-пурум. Я понял, блядь. Пурум-пурум. Система просто нипель, блин. Да тихо, Миша, он через 3 секунды выходит. Давайте сразу подсказку, на каком вы этаже? Мы на... В Англии это называют ground floor. Окей, тогда вам точно жопа мутилы. Нет, нам не дупа. А где мои гранаты? У меня гранаты забрали. Гранаты забрали! Правильно, все. Если появится, значит, все не отговоришься. У тебя гранаты появились, Женевская Антон? Женевская конвенция в действии. Все. В смысле? Светошумовая граната Женевской конвенции запрещена? Че ты втираешь какую-то дичь? А, ну у них это на генном уровне. Придурок, Миш. Миша, все пока... Я сомневаюсь, что нас американцы... Данил, ты че? Я как суслик. Че ты стоишь-то? Его не в лучшую сторону ведет. Только ты телепортируешься, я сразу побегу обратно. Но ты не успеешь добежать. Данил, может уже пора? Он из-за углов дома выглядывает, он что-то знает. Он пасет нас у горки. Выкурил. Хрен ли ты пасешь нас, Антон, не паси нас у горки. Вы уже вышли оттуда, мутилы. Подожди, система нипель. Миша, так. Я скажу, когда можно очковать. Миша, я скажу, когда можно очковать. Ты рано очканул, Миша. Он побежал за мной? Нет, он вообще бегает, тут раздуплить не может, что произошло. Старый дед в Жигули... Жигули не заводится. Где вы есть, мудилы? Че ты прыгаешь по горке? Ага, привет. Нога. Пока, Антон. У меня есть старая нога. У меня волосатая нога. Ее зовут Володя, и ей 35. Миша, текал бы ты отсюда, пока ветер без камней, как говорится. Текал, вот, Миш, реально, текал бы ты отсюда просто. Вот так, ты пока текаешь, что, я текаю. Пока что все спокойненько, все тихонечко, пока без происшествий. Я его не вижу. Второму этажику ищу. Кому ты втираешь дичь в тайничке? Я оставил тебе граффити, Антон. Вот ты брехло, шандец! На втором этаже он. Вот это вообще неинтересно, Данил. Просто мега неинтересно, мега... Тут двойное стекло, what the hell? Что? Ору просто. А чё, кто дверь не умеет закрывать за собой? Да я растерялся, что-то очканул. Ты бедненький мой хороший, кидай, да вообще Ниночка! Жесть. О, да-да-да, я Антонина Петровна, отвали от меня! Данил, а ну подошел. У вас же так в паспорте написано? Подошел? Данил. Нет, не так написано. Блин, Данил. Подошел, отошел, Данил, прошел. У вас всегда были проблемы с дверьми, я так понимаю, да? И не только с ними. Можешь отвалить от меня раз на раз? А-а. Раз на раз отвали от меня, Антон. Вы мне нравитесь, иди сюда, мой... Данил, ты должен бегать еще 2 минуты. Ты издеваешься, Миша, выйдет, влеки его, кинь в него что-нибудь. У меня нет ничего. Я буду бегать настолько долго, как смогу. Антон, бегай вокруг дома, бегай вокруг дома. Да-да-да-да-да, тебе это поможет. Тихо, заткнись, Антон, я слышу твои долбанные шаги. А-а-а, чё еще? Да замолчи, не слышно, так КС громче делать. Да-да-да-да-да-да-да-да. Я знаю, ты за мной ты топаешь. Опа-па-па, с дверями-то проблемки у нас. Блять, дурацкая лестница, ненавижу. А с лестницами-то проблемки. Координация тоже, Данил. Отвали от меня, мудила. Ору. Хрени ты такой прицепился ко мне. А чё, может я хочу тебя? Есть же я еще, Антон. Я тебя не хочу, зато Мишу хоти. Ты неинтересен. Миша неинтересен, Миша тебя обидели. Данил. Да. Bad choice, Данил. Миша, только учти, может быть, я бежал. Чё? Я от него убежал, типа, не знаю. Вроде сработало пока. Хрень ты по крыше лазишь. Приволаз. Тарзан долбанный. Парам-парам-парам. Тихонечко, аккуратненько он спустился. Пам-парам-парам-парам-парам. Что за... Пам-парам-пам-пам-парам-парам-парам-пам-пам-пам. Миша, за тобой побежал, я видел. Я понял, я понял. Иди-ка сюда ко мне. Миша тебя догоняет. Что пролагало?
Не знаю, я вообще смотрю, ты убегаешь, не сворачивал игру. Миша, я тебе душу в затылок. Двери еще закрылись, ну на. Ай! Миша! Нет! Это не ваш друг. Миша. Ай! Двери это не ваш друг. Мистер Шляпа не наш друг. Мистер Шляпкин, мы к нему дрим. Ее! Победа! Он не догнал меня. Победа! На этом все. А если вы хотите больше угарного маньяка, можете поставить много-много пальцев вверх. Также не забудь подписаться на канал и включить оповещение, чтобы не пропустить новые видео. И еще подписывайся на мой инстаграм, там много классных фоток, ссылки в описании.